Два таких кусочка обмакиваем их и обжариваем до золотистой корочки. Надо взять лопаточку такую на большом огне. Корочка. Пьем. Второй. Рукой забахаем. Второй такой красавчик. Быстрый камень. Так смысл красивый получается, это будет не смысл. Красавцы, четыре штучка. Запихнем на 20 минут. И это будет не просто мясо. 20 минут на 180-190 градусов. Да-да-да. Красота. Будешь есть. Несколько грибочков нарежем и сделаем еще начиночку. Начиночка будет. Соус. Так, обжариваем грибочки. Ух ты! Чуть-чуть лучше, потому что лук я не очень люблю. Чесночка. Мы перемешаем. Грибочки сумеем. Вставляем немного оливкового масла для жарки. И ждем. А поперемешивать. Как хотите. Я же умный, все умеют. Как хотят, пусть делают. Хорошо. Так, мясо запикало. Достаем наше мясо. Ах, пипец, потерял. Сколько водички-то выделить? Сколько? Красота. Это будем соединять с этим. Там туда сметаночку. Мало сметаночку, надо еще. Еще. Мешаем. Ну как хотите. Помидорчик и ножичек. Помидорчик. Чтобы кусочек. Такую лепешечку. Кладем ее на тарелочку. Любой кусочек. Горячий. Берем кусочек. Какой кусочек? Кладем сюда. Так, вкусняшку. Мы будем сюда на мясо. На мясо, на мясо. Все мимо только. С камнем все мимо. Ну ничего. Я поболее люблю. Так, кусочек нарезаем. Сюда лежим. Мне два хватит. И помидорки. Знаешь, помидорки красивые, сердцевиной не очищенные. Как раз вот так. И теперь это надо все запечатать. А не запечатать, потому что я люблю поболее, а лепешку маленькую. Там вторую лепешку и сделаем из нее шаурма. Наливаем холодного масла. Никто ничего сделать не может. Красота. Ах, полкило. Полкило добра. С квасом. Божественно. Можем майонез даже добавить. Вообще четко горчички и кетчупа. Просто фантастически. Видишь, сейчас на бетон.